Ребята, я предвкушаю новогоднее настроение. Под елочкой посылочка стоит. Коробочка, матерь бой. Ого, о, тяжеленько. Ребята, посмотрите, коробочка с памперсами, чтобы вы случайно не обоссались от счастья, когда будете ее открывать. Ребята, посылочка здесь с нами уже на нашем столе. Памперс — это не реклама. Это просто случайно так вышло. Начинаем ее открывать, начинаем обозревать. Смотрите, что внутри в нее есть. Ой, ребята. Ну, набрали на самом деле много всякой вкуснятины. Топовой какой-то дорогущей штуки. Вот что влезло в коробку, все набрали, все сделали. Вначале что лежит? Супер-мега-чипсы. Супер-мега-чипсы дешевле, да. Это вкус 90-х годов. Кто помнит 90-е, тот поймет и такой вкус, ну, судя по китайской теме, пицца дивар называется. Так, это... Видите, мы как бы проводим раскопки и достаем самое сладенькое, вкусненькое, как будто, знаете, ну, вот из дырок, из зубных выковыриваешь, вот эти все изюминки, вот они здесь и происходят. Пакетик с конфетами, давай вытащим пакетик, покладем сюда. Вот. Ай, что такое? Смотри, сахарная манго, шоколадные арахисы, всякие, даже сквозь вакуумную упаковку пахнет. Далее. Ну, это все знают, да? Это хрустяшки. Хрустяшки из перца. Слышно, да? Киндер-сюрприз, только китайский. Там игрушки нет, зато есть что пожрать. Так, ребят. О, это для бухих людей, кто любит побухать. Это специальный набор, китайский набор для бухла. Видишь, дзю, бухай и ешь и бухай, называется. О, так, ну вот, мини. Ты понимаешь, что это? Мини. Это мини-вкусняшки. Вы поняли, да, что это китайские резинки. Так, здесь у нас вот это вот эксклюзивный. Много, кстати, есть того, чего я ни разу даже в Хайхэ не видел. Покажи фирму. Это не фирма, это просто Фантье Нюжуфэй. А, фирма Хайди Лао, ребята, Хайди Лао. Вот эти вот мега-бич-пакеты лютые с Хайди Лао. Это вот супер-мега-бренд китайский. Там все китайцы зависают. О! Эта лапша достойна отдельного видоса. Этот видос есть у меня на канале. Кстати, должна, наверное, где-то там сверху, внизу должна появиться подсказочка с этим видосом. Посмотрите обязательно. Дикая лапша с мидиями. В фольге. Ай. Ну, производим дальше раскопки наши археологические. Что это такое? Я вот не видел в Китае такого. Ты видел? Это? Ну, это перчик, это маринованный, большой, какой-то большой. Перчик. У кого большой перчик, мне кажется, тому понравится. Возможно, даже халапеньо какое-нибудь, а может и нет. Смотри, тут какие-то, тут это целебные зелья какие-то. Жвачка какая-то, это напиток, наверное, скорее всего. Это вот видишь, это раны делать себе. Это себе наносить увечья. А это, смотри, это манна, да, пополнять. А это ХП пополняет. А это что такое? В общем, это зависит от вашего знака зодиака. На них написано, их там было 12 штук, но мы почему-то только 3 взяли. Ну, наверное, угадали со знаком зодиака. На самом деле, эта посылочка собрана для подписчика, который не поленился, скинул бабосик и сказал: Леша, ну ты возьми что-нибудь вкусненькое. Возьми. И тоже не поленись. Не поленись, возьми что-нибудь топовое. Уже в который раз заказывает посылку, каждый раз приходится что-то топовое находить, и вроде бы получается. Ну вот без этого никак, потому что это китайские желешки, ребята. Матерь Божья. Во! Смотри, видал, что на дне? Я ж, кстати, не обманул, что мы 2 таких купили. Вы тот видос уже, наверное, посмотрели. Я думаю, вам зашел. Эту штуку обязательно отправляем. Пускай попробуют. Отправляем обязательно.
Вот тоже не знаю, что такое. Похоже, знаешь, типа такие штучки, как в этом молотании, там такие маленькие штучки, шарички, такая темка. Как это называется? Ты знаешь, ты пробовал такое вообще, нет? Вот набрали ту, вот даже сам что не пробовал, но видно, что вкусно. Кругляшки. Луковые кругляшки со вкусом... Кукурузные кругляшки. А, это кукурузные? Со вкусом томатов и прочих овощей, да, очень вкусненькие. Так. Что там еще? Смотри, смотри, смотри. Перчик. Кстати, Костя вчера перчик такой принес, угостил толпу. Мы тут сидели, пьянствовали. Он принес, угостил. Ну, перчик, как сказать, он в кисло-сладком соусе, да, получается? Ну, что-то такое, да. Остро-сладкий какой-то. Остро-сладкий. Довольно-таки соус. Вкусный. Так, пакетик. Что это такое? Коуяр. Это псиный клык. Псиная пасть. Собачья пасть. Как у тебя? Да, как у собачьей пасть. Пиццы. 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 Пиццы Эдюар. Пицца. Пицца, прикинь. Китайская пицца. Со вкусом пиццы. О-о-о-о. Вот это топ. Вот это на самом деле топ. А что ты меня снимаешь? Снимай зеленую штучку. Печенье со вкусом чая. Пьете чай, кушайте печенье со вкусом чая. Блин, хочется что-то вот попробовать. Я уже оголодал немножко, Хочется попробовать, но ничего из этого нам, в принципе, не позволено съесть. Хотя, давай мы, может, попробуем что-нибудь там, сгрызем, нет? Может, ладно, сейчас. Все достанем, сперва покажем, что есть. Во, вот это, ребята, эксклюзив. Это достойно отдельного видоса. И скорее всего нам придется это сделать. Очень хочется ее открыть. Смотрите, это лапша. Ланчжойская лапша с улитками. С улитками. Набор из вроде бы там 6 ингредиентов, насколько я знаю. Несколько ингредиентов. Вот такая здоровая получается чашка с лапшой. Дикая. 7 ингредиентов. 7. Здесь 7? Да. Вот там 7 ингредиентов. 7 пакетов, все готовить самому, как борщ. Это да, это ты не заливаешь, ты прям готовишь там особый рецепт. Это нужно обязательно посмотреть мой следующий видос, когда будет обзор с ней. И я покажу, как это делать. Я готовить не умею, но Костян поможет, да? Конечно. Блин, хочется сейчас открыть, показать, но не получится, это же не нам, это подписчик. Так. Ну все, на дне у нас осталось наборчики. Без тофу, конечно, никуда. Это закусочки. Это мороженое китайское. Это китайское мороженое острое. Из тофу остро. Смотри, с какими перчиками, видишь? Это перчики, да. А здесь что? То же самое. То же самое, да. То же самое. Так и работает. Так, ну все. А, вот. Ну, латьяо, это китайская закусь. Китайская. Давай сюда накрасить. Давай я покажу людям. Наверное, все видели, все знают. Блин, вот это себе хотел взять. По идее, себе хотел взять. Набор, тоже набор, по идее. Я думаю, тут все. Все можно взять и отдельный видос обозреть. Чисто каждый пакет берешь и обозреваешь. А это что такое? Это лэнмень, холодная лапша. Оно прям тяжелое, мне кажется, там соусы, всякая вот такая тема, тяжеленькая. Себе хотел чисто взять, но ладно, лучше. Пускай, все любимым подписчикам. Пускай любимым подписчикам уезжает, и все, я потом у себя, я-то у себя здесь найду, где купить. А вас где вы найдете? Только ко мне можете обращаться. Я найду даже коробку, в которую это все поместится. Все складу, все отправлю. Так что, ребята, не стесняйтесь. Звоните, пишите. Я там найду каких-нибудь китайцев, они мне привезут. Меня накормят, вас порадуют, понимаете. Мы все это заснимем, все вам покажем. Да, что-то из этого, что-то, ну, я не знаю. Мне кажется, вот, взять, а? Давай конфетку хотя бы вот эту возьмем. Давай, скушай конфетку. Просто, ну, чтоб он же не против будет. Одну маленькую конфетку с крысим. Давай. По ссылке. Максимум, давай, что сделаем? Я же честный человек, я же не буду
килограмм. Я одну маленькую конфетку съем и все. Конфетка с одной стороны сладкая, с другой стороны соленая. Типа как мачо-мачоха, знаете, такие листья, только это конфетка. Остальное я ничего есть не буду. Придется мне, у меня там лапша есть китайская, сейчас лапшу запарю. Буду грустить, все это уезжает далеко-далеко от меня. Ребят, спасибо, что досмотрели этот видосик. Замечательный видосик до конца. Не забываем подписываться на канал, писать мне всяких сообщений. Если вам надо, я вам тоже это все куплю. Не забывайте, только мне бабло сперва скинуть, потом я уже куплю. Все, ребята, в тот день.